возвращение Байсангурова, и такое оно получилось достаточно интересное, зрелищное. Вот, и я думаю, что сейчас уже можно после этого боя говорить, что Байсангуров у нас реальная сила в своем дивизионе. Пояс он свой в бою не проиграл, и после такой победы он однозначно должен вернуться в рейтинге. И несмотря на какие-то свои недостатки, да, там с защитой, он показал, что он хорошо держит удар. Хорошую выносливость показал и, в общем-то, форму физическую отменную. То есть на нем как-то простой не сказался. Посмотрим, что будет дальше, кто будет дальше у него соперник. Но я думаю, это реальная сила, реальная угроза для всего дивизиона. Вначале мы увидели, Байсангуров немножко пару ударов пропустил, да? Так долго входил, раскачивался, так сказать, и адаптировался. Вот. Ну, в целом нормальный оппонент, и я не думаю, что он слабый. Он до Байсангурова сделал апсет в Германии над таким там звездой Кулкай, там такой есть в Германии парень. Вот, он у него выиграл, а в Германии выиграть это очень тяжело. То есть там нужно на две головы выше быть, чтобы судьи все-таки отдали победу. Так что победа над таким, как этот аргентинец, я думаю, для Байсангурова это хорошее возвращение, хороший шаг к топ-уровню, боям за звание чемпиона мира. Конечно, многих немножко расстроил Слава Узелков своим выступлением. Хотя, так если по-честному, то я так поговорил с людьми в рингсайде, и многие, в общем-то, ожидали, что соперник может и оказаться не по зубам Узелкову. Но так и получилось. Я думаю, что уже Славе нужно думать о завершении карьеры и вешать перчатки на гвоздь. Он у нас такая медийная, узнаваемая личность в других проектах. Я думаю, ему будет удобнее сейчас. Бокс уже, как бы, наверное, ему плюсы к карме не добавит.